Итак, самое-самое-самое добрящее утро. Сейчас 9 часов утра. Сегодня у нас 15 ноября 2014 год. Мой муж, я прочитала ему все ваши поздравления, все комментарии, и он хочет сказать пару слов. Okay, your turn. This is to all the people that wished me happy birthday. Это для всех людей, кто пожелал ему счастливого дня рождения. You almost brought tears to my eyes. Вы почти принесли слезы в мои глаза. Never in my wildest imagination. Никогда в моем самом диком воображении. Did I feel that so many people would take the time? Я не предполагал, что так много людей будут использовать так много времени, чтобы поздравить меня с днем рождения. And from the bottom of my heart. И из глубины моей души. I thank you. Я благодарю вас. And forever may vaya con Dios. What does it mean? May God go with you. Он благословляет вас. Вот Бог благослови ваши сердца и вас. Спасибо громадное от меня тоже. Thank you again. Спасибо снова. Я хотела его снять, он говорит, нет, я сегодня плохо выгляжу. Несмотря на то, что мы не пьем, и он вчера не пил, он говорит, я плохо выгляжу. Я говорю, давай, не стесняйся, давай я тебя сниму. Нет, не хочу. Никузечка, happy papa's birthday. Моя красавица. Главное, он забыл сказать. Nobody say that? Yeah. However, there is a note of sadness in this. Тем не менее, здесь немножко... All the messages we got wishing me a happy birthday. Тем не менее, он говорит, немножко озабочен, потому что... Not one single word from Vladimir Putin. Ни одного единственного слова с днем рождения от Владимира Путина. Он постоянно прикалывается. Happy birthday, my darling, the day after your birthday.